мать без сына. Четыре года мать без сына. Четыре года мать без сына. Гришине, пошли домой. В залипе пепло наших улиц. Опять, опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Гришине, пошли домой. Сегодня прошел торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Больше 9 тысяч военных и 75 единиц техники выстроились в колонны задолго до его начала. В столице в эти дни очень холодно. Синоптики говорят, что погода соответствует значению марта. К моменту как начала парада воздух прогрелся лишь до плюс 1 градуса. Небо было затянуто плотными тучами. Когда военные шли маршем по Красной площади, начался снег. Несмотря на все капризы погоды, они строго соблюдали заданный темп – 116 шагов в минуту. Как и в предыдущие годы, парад открыли юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени
Валерия Халилова. Именно они задали ритм марширующим. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские парадные расчеты сухопутных войск и ВКС. Затем расчеты каждого вида и рода вооруженных сил и других силовых ведомств. По Красной площади прошли и участники специальной военной операции в полевой форме, бронежилетах, касках, с медалями и орденами на груди. До последнего момента сохранялась интрига, состоится ли воздушная часть парада, и в воздух поднялись авиационные группы высшего пилотажа, стрижи, русские витязи и штурмовики, которые с помощью специального дыма окрасили небо в цвета российского флага. Военные парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли сегодня в 28 городах России. В них приняли участие больше 50 тысяч человек и около 1000 единиц военной техники. Традиционное шествие «Бессмертный полк» в России в этом году, как и годом ранее, решили не проводить в очном формате из соображений безопасности. Акция началась 1 мая сразу в нескольких других форматах, в том числе как онлайн-шествие. Фото героев Великой Отечественной войны будут транслировать на разных платформах в глобальной сети и на экранах городов нашей страны. Завершится акция 12 мая. По традиции, вечером 9 мая проходит светлой памяти павших в борьбе против фашизма минута молчания. Безрадостный сын, не возвращаешься. Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас. Как черешни цветут на земле без нас. Как светлеет река и летят облака над нами без нас. Помните, какой ценой завоевано счастье.
пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. За свободу и независимость нашей Родины. Россия переживает сложный рубежный период, судьба Родины.